Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня будет распаковка с примеркой одежды с интернет-магазина «Любимый Василек». Заказала я там в основном одежду для, в общем, своих мужчин в том числе. В основном я сделала заказ для своей сестрички. Она у меня, ну, примерно такая же, как я, то есть по размеру я имею в виду, ну, может быть, чуть более округлые формы у моей сестры. В принципе, то же самое, но я ей заказала 46 размера по ее же просьбе одежду, которая ходить, ну, скажем так, на даче у себя, да. И я покажу примерку ее одежды на себе. Ну, мы, в принципе, с ней практически одинаковые. Она на пару сантиметров чуть-чуть повыше меня и, в принципе, такая же, как я. Все ссылочки я вам оставлю внизу в инфобоксе. Кому интересно, переходите, смотрите. Если вы переходите по ссылке на тот момент, когда вы смотрите это видео и вам не выдает никакой товар, значит, да, данный товар закончился и нет его уже в наличии. Но есть много других у них, я не знаю, мне кажется, у Василька постоянно обновляется ассортимент, так что я думаю, вы подберете для себя все то, что вам нужно. Ну и давайте я уже вам покажу, что я заказала. Итак, вот такой пакет ко мне пришел. Значит, заказываю я всегда Почтой России. Мне так удобно. Я еду и забираю в то время, когда мне удобно. То есть мне не нужно сидеть дома, ждать курьера. Поэтому заказываю именно Почтой России. Стоимость доставки зависит от вашего веса, то, в каком городе вы находитесь и так далее. Да? То есть здесь, как говорится, расценки Почты России идут. И доходит ко мне посылка примерно дня за 3-4. Вот это вообще очень быстро дошла, за 3 дня. Ну, если выпадает на субботу-воскресенье, то, соответственно, дня 4, максимум 5 дней ко мне идет посылка. В принципе, собирают достаточно быстро. Единственное, что вот бывают какие-то задержки в сборке товара, только тогда, когда он там заканчивается, нет в наличии. Сразу выбираю замену какую-то. В общем, вот какие-то такие моменты бывают. Так что давайте я сейчас все распакую, разложу, чтобы не шуршать пакетами, и покажу вам. Итак, девочки, распаковала, разложила. Давайте я начну, как всегда, со своих мужчин. Заказала я аж 6 футболок для своих мужчин. Это я заказала для своего старшего сына, для племянника и для мужа. Это просто обычные базовые футболки. Я заказываю всегда мужчинам моим на размер больше, всем. И отлично подходит. На мой взгляд, на размер маломерит мужская одежда. Это мой взгляд, девочки. Я не знаю, кто-то мне писал, что не маломерит. Нет, маломерит на один размер. Вот, по крайней мере, из того, что заказывала я. Обычные хлопковые футболочки. Очень мне нравится вот этот трикотаж, да. В общем, разных расцветок, без рисунка. Они мне все померят, разберутся, кто кому чего подойдет. Значит, вот такая серая, но на самом деле она такая, как серо-голубая, даже, наверное, такой очень красивый цвет. Потом дальше вот такая черная футболочка. Это, наверное, подойдет, не знаю, кому подойдет, старшему моему подойдет или нет. В общем, посмотрим, померят. Вот такая темно-синяя футболка. Дальше у меня здесь снова черная футболка. Это либо племяннику, либо мужу. Вот такая бордовая футболочка и обычная белая футболочка. Ну, такие базовые футболки у моих мужчин они должны быть. Под свитерочек, подо что-то они мне обычно одевают. И на зиму отличный вариант будет. И, кстати, просто так тоже их носят. И еще вот тут у меня затесалась вот такую голубенькую. Взяла футболку базовую тоже. Ну, она такая, она на камеру потемнее выглядит. На самом деле такая светло-голубая тоже футболочка. Будет очень классно. В общем, мужчинам моим. Ко мне пришел мой котик, как всегда, мой помощник. Так, тут у меня для сестрички, для меня заказала нижнее белье, носочки. Носочки вот такие вот, это я тут пока все вытаскивала. Носочки женские, длинные, собачья шерсть. Вот такие вот. Очень, мне кажется, классный будет вариант. Сейчас осенью вообще обалденный. Заказала, видите, размер 37-41, но вот у меня 39, и мне отлично они сидят. Они, кстати, не колятся, очень мягенькие по ощущениям. Вот, вот такие вот теплые шерстяные носки, девочки, они всегда нам нужны, всегда. Так что
Так что имейте в виду, и на Васильке они стоят очень недорого. Так, и нижнее белье. С нижним бельем у меня были по предыдущему видео с заказом Василька были вопросы. Во-первых, то, что написано XL 42-44, но я беру вот, чтобы у меня было 42-44. Они не маломерят. Вот на меня вообще, ну, то есть отлично, да. Я вообще в жизни ношу размер S. Вот идеально, ничего не впивается, ничего. Пережили стирки, и отлично, ничего нигде не расползлось. Мне очень нравятся, они хлопковые, мягкие, для всяких таких дней вообще отличный вариант. И я еще, кстати, взяла вот такие, вот такие стринги хлопковые, тоже, кстати, прикольные, да, вот с такой широкой резиночкой. Ничего нигде не будет, как бы, ну, скатываться вообще, мне кажется, прикольно. Взяла вот такие черные тоже, вот, есть вот такие, да, с кружавчиками, и обычные вот такие вот взяла. Не знаю, они сидят на мне хорошо, не растягиваются, не вытягиваются, ничего. Вот такие беленькие взяла. Ну, я вам просто оставлю на раздел, ссылочку на раздел с нижним бельем. Кстати, с предыдущих у меня кружево тоже никак не разошлось, поэтому я сейчас сразу набрала много, чтобы у меня... Чтобы у меня было. Ну, таких вещей много не бывает. Вот. То есть, видите, такое. Ну, кружавчики обычные. Такие обычные. Обычное такое белье. И вот такое вот бордовое взяла. Тоже обычное вот такое, как вот эти черные, да. И вот такие сзади с кружавчиком. Но вы знаете, для их цены, я вам могу сказать, очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Так, ну и давайте покажу. Ой, котейка наблюдает за мной, скажет, чем занимаешься, хозяйка, непонятно вообще, да? Ерунду какой-то, освобождай, скажи мне, кровать, я буду спать. Лежит, ждет, когда я, он обычно вот тут как раз и спит, где я сейчас снимаю. Вот, значит, давайте, для себя я заказала, это будет у меня домашняя одежда, но, вы знаете, сейчас распаковала, мне так понравилось, что, в принципе, это такая, ну, для меня... Не, ну для меня все-таки это будет домашняя одежда. Так, вот такая футболочка. Значит, я взяла 44 размер, потому что не хочу, чтобы сильно обтягивала. Но сейчас померим, посмотрим, как будет сидеть. И посмотрите, какой у нее классный рукавчик. Вот такой вот. Слушайте, вообще класс. На резиночке, то есть он такой футболочка, но в то же время такая нарядненькая, черного цвета. Здесь как бы кармашек такой нарисован, да. Вот эта часть идет хлопковая, то есть только вот здесь вот немножечко она такая, видите, с сеточкой, с резиночкой. Я вообще люблю такие рукава, вообще, я не знаю, я балдею от таких вещей. Вот, и к этой футболочке я взяла вот такие брюки красные. Я вначале хотела там другие, но со мной связались, сказали, что их нет в наличии, и я выбрала вот такие, нет наличия моего размера, да. Я выбрала вот такие, они идут с вышивкой, ну, что-то мне захотелось красных брюк, девочки, вот, но вышивка тоже очень милая, это прям такая вышивка, девочки, классная, смотрите, бабочка, а здесь розочка, ну, розочка, это же вообще мое, да, тоже для дома взяла вот такие брючки, тоже 44 размера, и они идут, ну, такие достаточно тонкие, в общем, буду в них ходить. Дома я вам сейчас все вместе вот так вот примерю и покажу, как будет смотреться на мне. Итак, девочки, смотрите, какая прелесть. Вот эта кофточка вообще классная. Смотрите, как классно сидит. Это у меня 44 размер, еще раз повторюсь. И вот эти брюки. Но брюки, они, видите, широкие, но это такой крой. То есть они вот здесь вот, видите, вот здесь вот сидят на мне хорошо, вот в этой части. Вот. А это получается у нас такой крой просто, да? Вот, видите? Слушайте, ну мне очень нравится. Смотрите, как симпатично. Ну, очень симпатично смотрится. Мне кажется, так, знаете, миленько. Очень даже с красными брюками. Такая черная кофточка. Ну, эти красные брюки не только буду носить. Они достаточно, видите, такие свободные. То есть, ну, это такой крой, видите, они прямые. Класс. И кофточка вот эта. Вот кофточка, вот здесь вот хлопок. То есть, очень приятно. А вот здесь вот резинка вот эта вот, которая идет, да, по... рукавчику, она не жмет, то есть она, в принципе, достаточно свободная, вот такие вот, мне кажется, очень симпатичная кофточка, да, можно даже и не только дома, но очень симпатично, и при этом здесь хлопок, вот, так что такой образ,
Очень даже, мне нравится. И еще, девочки, для себя, тоже для дома, я заказала себе вот такую кофточку. Правда, заказала ее в 46 размере. Почему в 46 размере? Потому что не было в наличии 44 размера. Вот, но неважно. Суть в том, что здесь идут вот такие рукава. Девочки, это балдеж. Самое интересное, что это реально кружево. Очень мягкое кружево. А это идет просто вот такая, ну как это, лапша, да, называется, вот эта вот хлопковая вот такая кофточка. Слушайте, как она мне понравилась. Мне кажется, это вообще нереально. Для дома, там, знаете, когда гости, например, к вам приходят, вот так вот что-то такое простое одеть, но в то же время симпатичное, да? Смотрите, какая классная. Слушайте, вот это, вот эти рукава, это же балдеж какой-то. Ну, я люблю, я вообще, кстати, люблю одежду, у которой вот какие-то необычные такие детальки интересные, мне очень нравятся. В общем, взяла 46 размера, но, вы знаете, сейчас разложила, мне кажется, мне подойдет. Единственное, что, ну, я не думаю, что она вытянется, может быть, даже подсядет и будет как раз моего 44 размера, да? Вот, но она идет такая нежно-розовая, ну, не нежно-розовая, ярко-розового цвета, я бы сказала, но рукава – это же балдеж. Так, и вот эта кофточка, ну, я бы не сказала, что она мне сильно велика, да, девочки? То есть, ну, был бы 44 размер, был бы более в обтяжку, хотя по плечам, например, вот по верху, по рукавам сидит очень даже хорошо. Одела с черными брюками, кстати, вот эти черные брюки – ну, это такие спортивные. Я тоже заказывала васильки где-то год, наверное, назад. И вот они даже не полиняли. Очень классные. Вот, так что, ну, она такая свободненько сидит. Даже очень мне нравится. И вот эти рукава, это же вообще огонь какой-то. Это же просто, девочки, просто балдеж. Мне так нравится, вы себе не представляете. Просто поднимаю кофточка, которая поднимает настроение. И розовый цвет. И вот такие рукава. Но мне нравится. Мне очень нравится. Классно. Вот, с черными. Ну, я сейчас с черными одела. Можно и с серыми, и с какими-то светлыми брючками одеть. Мне кажется, классный. Классный вариант. Для моей сестрички я заказала вот такую вот тунику. Достаточно длинную. Внизу идет вот такой манжет, да, и она идет с начесом. Но она не толстая, она, смотрите, какая мягенькая. Мягенькая и при этом утепленная. Здесь идут кармашки по бокам и идет, соответственно, капюшончик. Капюшончик не утепленный, обычный. Вот осенью ходить в прохладную погоду в доме вообще отличный вариант будет для моей сестрички. Здесь идут вот такие лампасики зеленого цвета. Ей, кстати, нравится зеленый цвет. Вот, я взяла 46 размера, но она попросила 46, чтобы было посвободнее, чтобы можно было сюда, например, футболку поддеть какую-то или майку, что-то такое. Вот, но мне кажется, она и есть 46 размера. Не знаю, я примере сейчас покажу все это дело на себе. И к этой тунике я и заказала тоже по ее просьбе вот такие вот леггинсы. Вот такие леггинсы. Они идут теплые. Состав 100% хлопок. Тоже 46 размер. Но они реально, видите, они такой вязкие, как вот теплые колготки. И внутри идет тоже вот такой вот начес. Как тоненький, точно такой же, как вот в этой тунике. И получится у нее такой костюм, слегка утепленный. Мне кажется, отличный будет вариант. Я примерю, покажу на себе вам, девочки. Но это все 46 размера. И также заказала вот такие леггинсы тоже, да. По составу это верблюжья шерсть. Слушайте, надо и мне, наверное, такие же себе взять. Вот, они идут с этой стороны, видите, как вышивка, такой бархат. А внутри вот что у нас. Смотрите, ой, слушайте, это же вообще нереально теплый будет. Вот эти уже такие прям плотные, плотные, плотные. Вот, вот идет к ним вот такая вот история, видите, даже как одевать правильно. Вот, вот такой вид марки или что это, но очень, слушайте, они тоже такие мягенькие, классные, надо будет мне и мне такие себе взять. 86 полиамид эластан, смотрите. Так, сейчас я примерю тоже, я и заказала тоже 46 размер, ML. Размер, вот, я думаю, что подойдет. Тепленькие такие на осень вообще, да, огонь. То есть какую-то даже сверху курточку, жилеточку и класс. Вот и образ моей сестры, так можно назвать.
смотрите, какая классная вот эта кофта. Но она, во-первых, действительно идет, то есть не маломерка, действительно идет на 46 размер, на мой взгляд. Вот, но она должна сидеть свободно. Вот так вот она у меня практически. У меня 1,65 м, но сестры моей, наверное, 1,66 или 1,67 м. Ну, что такое, она чуть-чуть повыше меня. Вот, и вот эти леггинсы, теплые носочки одеваете или теплые тапки какие-то, и вообще просто, просто вам очень тепло. Вот так вот она смотрится. Ну, вот видите, пришло, оно помятое, постирать. И вот такие карманы, кстати, достаточно глубокие, очень классно. И мне нравится вот эта полоска, она, мне кажется, как-то освежает немножко, да? И вот эти леггинсы, девочки, очень-очень теплые, прям вообще обалденные. То есть они достаточно высоко сидят, очень мягкие, очень теплые. Знаете, напоминает такие теплые колготки. Вот что-то в этом духе напоминает. Мне кажется, вообще сейчас осенью будет отличный вариант. И сестрички мои, я думаю, отлично подойдет вот такой вот образ. Сейчас еще один и другие леггинсы, покажу, как смотрятся. Так, вот я одела вторые леггинсы. Конечно, сложно определить, они черные, сложно увидеть. Но вот смотрите, длина 1,65 м я, да? Вот такая. Но единственное, что у меня сестра, у нее такие теплые есть, ну, такие домашние, типа валеночки, ну, да? И ей будет отлично. Но они такие мягкие, они такие классные. Опять же, у меня, да, 44 размер, это 46-е. Я бы вот посоветовала взять на размер вот эти вот, на размер побольше, потому что они, ну вот сидят мне как вот нужно. Здесь идет очень широкая резинка, вот она вот такая, вот, то есть не будет ничего сдавливать, передавливать, будет очень классно. Мне кажется, они не полнят, ну как мне кажется, да? Вот так вот они выглядят, слушайте, ну они такие мягкие, вот они вот это же такой как велюр. Рисунок не особо вот этот заметен. Нравится вот этот зеленый цвет, да? Класс. В общем, заказала сестре, хочу себе все то же самое. Это как всегда, мы с ней такие, да? Вот. Так что вот такие вот обновочки у нас. Так что вот такой вот у меня получился заказ с интернет-магазина «Василек». Вот, не забывайте, что все ссылочки я вам оставила внизу в инфобоксе. Вот, так что переходите, кому интересно, смотрите. Ну, а я на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Оставляйте свои комментарии, заказывали ли вы там тоже, нравятся ли вам вещи. Мне будет очень интересно почитать. Всех люблю, целую и до новых встреч!